Директор Центра досуга Дроздова Ольга Гаврилова не может представить свою жизнь без творчества. Чтобы заинтересовать посетителей учреждения культуры, необходимо каждый день придумывать что-то новое. Но для Ольги такой труд только в радость. В центре работают всего 5 человек, но, несмотря на это, здесь существуют кружки прикладного и изобразительного искусства, проводятся конкурсы чтецов, занятия в театральной студии. Под руководством Ольги Гавриловой готовятся массовые праздничные мероприятия. Секрет успеха любой постановки – пропустить все через себя. Я понимаю, если мне интересно, да, если вот там, моему коллективу, девочкам, с кем мы работаем, если им интересно, значит, будет интересно и родителям, и детям. Потому что направлять какое-то мероприятие именно на ребенка, да, замечательно, но родитель будет скучать. Поэтому, если мы что-то ставим, даже какую-то сказку, там есть места, там, где посмеются взрослые. Вот, есть то, что поймут дети. Каждую неделю в центре проходят интерактивные образовательные программы для детей. Ольга Гаврилова ведет кружок фелтинга или валяния из шерсти. Помимо этого, в детстве она долгое время занималась хореографией, но также ее всегда привлекало изобразительное искусство. И однажды она попала в художественный кружок, где впервые столкнулась с рисованием, которое с тех пор стало серьезным увлечением. Вот масло, да, гуашь, да, там пастель, да, вот акварель не мое. А так вышло, что как-то вот, скажем так, полгода назад акварельные краски попали мне в руки, и я поняла, что меня этот процесс завораживает. Но страдать одна я не могу, поэтому я могу страдать только с коллективом. Поэтому, если интересно мне, я рассказала девочке, надо пробовать. Тогда в центре начали проходить занятия по скетчингу. Красивые картины получаются даже у тех, кто никогда раньше не рисовал. По словам Ольги, взяв в руки кисть, она стала замечать вещи, на которые раньше просто не обращала внимания. Почему же от этого предмета вот ни одна тень, а две? А как вот, интересно, вот такой цвет необычный, что же смешать? То есть там какие-то совершенно свои процессы в голове происходят, и я не знаю, как это контролировать и нужно ли, но это интересно. Своим хобби Ольга способна заразить всех, кто приходит к ней на мастер-классы. Наталья Хомякова вместе со своей дочкой посещают занятия досугового центра уже более 6 лет. Оля, конечно, руководитель от Бога, я считаю. Таких людей надо больше, потому что на таком энтузиазме поднять вот это вот все. Потому что когда мы приходили, здесь еще не было такого изобилия. Сейчас много детей ходят. Тогда мы приходили, здесь было совсем мало детей начало. То есть, а сейчас, конечно, клуб достаточно расширился. Благодаря неиссякаемой фантазии и энергии, получаемой от занятия любимым делом, у Ольги Гавриловой уже сейчас есть множество интересных проектов и творческих идей на будущее. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.